Здравствуйте, в эфире «События недели». На этой неделе глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в стратегической сессии «Цифровая прокачка региона Карачаево-Черкесская республика». Руководители учреждений системы здравоохранения, представители организаций, занимающихся цифровизацией региона, на одной площадке обсуждали практическое внедрение современных цифровых технологий в жизнь каждого человека, обращающегося за медицинской помощью. Современная ситуация диктует нам требования, в которых необходимы безотлагательные трансформационные изменения в сфере здравоохранения, которые охватывают практически каждого жителя нашей страны и республики в частности. Новый национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и национальный проект здравоохранения при качественном и своевременном объединении своего ресурсного потенциала дадут новый рывок такой важной и приоритетной теме, как здоровье сбережения. Телемедицина и внедрение искусственного интеллекта в процесс оказания медицинских услуг, несомненно, будут способствовать сокращению дистанции между пациентом и лечебным учреждением и сделают процесс диагностики более качественным и оперативным. К примеру, очень важно своевременно проходить профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию, которая является одним из ключевых направлений нацпроекта здравоохранения, разработанного по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Использование цифровых технологий сделает процесс получения медицинской услуги комфортным и поможет привлечь внимание жителей к регулярным медосмотрам. Наш президент всегда говорит о важности развития медицины на селе и привлечения узких специалистов, как раз одно из приоритетных направлений, благодаря которым медицинская помощь становится доступнее для жителей отдаленных населенных пунктов республики. Карачаево-Черкесию на этой неделе посетил председатель управления мусульман Кавказа шейх Улислам Гаджи Аллахшукур Пашазаде. Глава Карачаево-Черкесии встречал его в аэропорту «Минеральные воды» и делегацию из Азербайджана. Они приехали, чтобы лично выразить соболезнования родным и близким муфтия Исмаила Хаджибердиева. Благодаря такому тесному взаимодействию, взвешенной созидательной позиции религиозных лидеров, только крепнут отношения согласия и взаимной поддержки между народами нашей Родины, России и Азербайджана. Считаю, что укрепление духовных связей между мусульманами наших республик и представителями других конфессий, особенно в условиях современных вызовов, является важной совместной задачей и органов государственной власти и религиозных лидеров, отметил глава республики. В Общественной палате Карачаево-Черкесии прошло обсуждение доклада «Проблем демократии и конкуренции на выборах 2024 года». Собравшиеся поднимали вопросы касаемо введения агитационной работы политическими партиями. Подробности у Алихана Лепшокова. В обсуждении доклада Фонда исследования проблем демократии, посвященного конкуренции на выборах, приняли участие эксперты, представители общественного штаба Общественной палаты Карачаево-Черкесии. Открывая собрание, председатель Общественной палаты Республики Елена Ляшова подчеркнула важность конкуренции между политическими партиями, которые являются показателем их демократичности. Любая избирательная кампания, мы говорим, она проходит демократично, если есть конкуренция. Поэтому сегодня мы будем говорить о том, что конкретно происходит в нашей республике, как исполняются основы демократии, как у нас происходят электоральные процессы в нашей республике. И так как сегодня собрались очень грамотные люди, это социологи, политологи, журналисты, да, работники общественной сферы, но хорошо знакомы с этой тематикой. Эксперты общественного штаба Общественной палаты Карачаево-Черкесии отметили проводимую работу политическими партиями по агитации в СМИ, также в плане патриотической направленности, что непосредственно отображалось в докладе Фонда исследования проблем демократии. Поэтому у нас тоже такой хороший, приличный уровень конкуренции. Потому что по материалам Фонда исследования проблем демократии общий уровень конкуренции в целом по России это 6,5, ну как их считают, единиц. 6,5 единиц. То есть где-то идет 7 партий, где-то идет 4 партии, где-то идет 5 партий. Поэтому у нас очень такой вот неплохой показатель. Второй тренд, который выделяется, это то, что я уже об этом говорила, хотелось бы
бы повторить, потому что он переходит из доклада в доклад, поскольку фиксирует в качестве результатов его. Это то, что у нас все партии, которые идут вот сейчас на выборы 2024, они работают в рамках патриотического консенсуса. Хочу отметить, что высокая конкурентность, действительно, 318 человек на один мандат – это, конечно, очень высокий показатель. Также хочу сказать о том, что идет большая подготовительная работа, чему мы являемся наблюдателями. Готовят специалистов не только для работы на избирательных пунктах, но и общественных наблюдателей. И такой большой пул общественных наблюдателей, который сейчас готов включиться в процесс голосования, наверное, увеличит прозрачность. Активность деятельности политических партий – это показатель конкурентоспособности в выборах, отмечают участники круглого стола. Так, в обсуждении доклада было подчеркнуто, что необходима открытость при подготовке и проведении выборов. Все это позволит провести голосование более качественно. Усиление политической конкуренции, оно своим следствием имеет усиление борьбы именно на выборах. В ходе электорального процесса. Соответственно, роль общественной палаты, общественного наблюдения, она значительно возрастает. Та задача, которую перед нами ставится, то есть задача обеспечения прозрачности выборов, конкурентности, она становится еще более актуальной. По завершению работы круглого стола участники еще подчеркнули главную функцию общественных наблюдателей. Это в первую очередь обеспечить соблюдение прав всех кандидатов политических партий. Алихан Эпшоков, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия. Ну а сейчас время рекламы, а после продолжим. Современным подходом учеба не бывает тяжелой, а домашней работы может вовсе и не быть. Это возможно в частной школе ТОП IT School. У нас каждый ребенок раскроет свой потенциал, получит доступ к важнейшим знаниям и современным технологиям, а самое главное поймет, что школа – место для развития и возможностей. Филиал школы в Черкесске. 25-55-10. Звоните. Современная хирургия катаракты и глаукомы в клинике высоких технологий микрохирургии глаза в городе Ессентуки. Выполняем операции по полису ОМС. Ессентуки, Гоголя 80. 24 августа в ауле Учкулан в 10 часов состоится фамильный сбор рода Качкаровых. Будем рады видеть всех представителей рода и гостей. Гордиться прошлым своей страны и уверенно смотреть в ее будущее, сохранять богатое культурное наследие и передавать из поколения в поколение бесценные народные традиции, воспитывать чувство патриотизма и беречь традиционные семейные ценности. Задачи современного телевидения многогранны и важны, как никогда прежде. Государственная телерадиокомпания «Калуга» объявляет о начале приема работ на Всероссийский Тарусский фестиваль телевизионных фильмов и программ «Берега». Мероприятие проводится под патронатом ВГТРК при поддержке Министерства внутренней политики Калужской области и администрации Тарусского района. Фестиваль пройдет с 23 по 25 октября в городе Таруси Калужской области. Работы принимаются до 15 сентября. Подробная информация на сайте gtrk-kaluga.ru. МЧС России предупреждает. Защити свой дом. Установи пожарный извещатель. Безопасность начинается с тебя. МЧС России. Самое ценное должно быть под защитой. В Прикубанском районе сотрудники ГАИ провели рейд «Ребенок-пассажир» по пресечению нарушений применения детских удерживающих устройств. В селе водители села Чапаевская используют автокресла для перевозки детей. О результатах проверки Дарья Тендит. Несколько экипажей ДПС с раннего утра расположились около дошкольного учреждения в селе Чапаевском. Автоинспекторы выборочно останавливали проезжающие автомобили и проводили разъяснительную работу среди родителей водителей о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности при перевозке детей. Акция называется «Ребенок-пассажир». Цель данной акции – как можно больше родителям доводить информацию о том, что необходимо использовать детское удерживающее устройство в целях сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. Поэтому мы вас призываем, как родители, соблюдать правила дорожного движения и постоянно пристегивать своих детей.
За пару часов на дороге нарушений по перевозке детей обнаружено не было. Они были пристегнуты ремнями безопасности в детских креслах и бустерах. Яркий пример соблюдения правил – опытный водитель Асхат Исаевич. Он ответственно относится к жизни и здоровью своих внучек. И мало ли что бывает в дороге, всякое может быть. Вот поэтому дети, когда пристегнуты, они застрахованы чем-то. Вот видите, всякое может быть в дороге. А если кресла нету, дети не застрахованы, не привязаны, а могут вылететь с машины. Неподготовленному человеку сложно распознать, в каком автомобиле едет ребенок, ведь чаще всего они сидят на задних креслах и их не видно. Однако наметанный глаз инспекторов Прикубанского района практически безошибочно вычисляет детей на борту автомобиля. Очередной остановленный автомобиль в этот раз не обошлось без нарушений. Мужчина перевозил ребенка без специального кресла и был наказан. От комментариев он отказался. Проехал без детского кресла, в связи с этим мы выписали ему по его административному правонарушению данное постановление, а именно по статье 12.23, часть 3, то есть водитель перевозил ребенка возрастом 4 года на заднем сидении автомобиля без каких-либо удерживающих систем, автокресел. Он был привлечен к административной ответственности по статье 12.23, часть 3, и ему было выписано постановление на 3000 рублей. К сожалению, пока не все водители соблюдают требования правил перевозки детей. В Прикубанском районе за текущий период 2024 года было зафиксировано 4 ДТП с участием несовершеннолетних. Дабы избежать трагичных последствий и минимизировать нарушения, сотрудники ГАИ регулярно проводят профилактические мероприятия, направленные на снижение детского дорожно-транспортного травматизма. Благодаря проводимым акциям на территории Прикубанского района, а также по Карачаево-Черкесской республике в целом, данные акции показывают о том, что люди меньше стали нарушать правила дорожного движения касаемо правил перевозки детей. Родителям объясняются, еще раз напоминаются требования Кодекса об административном правонарушении, касаемо статьи 12.23, часть 3. За время проведения рейдового мероприятия выявили и привлекли к административной ответственности нескольких водителей, которые забывают о безопасности юных участников дорожного движения. Дарья Тындит, Ренат Муков, Вести Карачаево-Черкесия, Прикубанский район. 1 миллион человек примет всесезонный курорт Архыз к концу этого года. Эта информация прозвучала на пресс-конференции от представителей руководства курорта и Минтуризма Карачаево-Черкесии. Основными темами на повестке встречи стали культурно-просветительские проекты в Архызе и строительство нового аэропорта. О том, насколько будет увеличен турпоток в нашу республику к 2030 году, узнавала Альбина Ламкова. 1,5 миллиона туристов насладились уникальной природой Карачаево-Черкесии за полгода. Из них 750 тысяч посетили Архыз, поделился с прессой информацией генеральный директор курорта Архыз Роман Киранчук. Конечно, основной поток на сегодняшний день формируется благодаря зиме. Но и летом туристы с удовольствием приезжают. Ну, сейчас ежедневная сводка по посещаемости – это порядка 2000 человек в день. Есть гости, там, требующие активного отдыха, есть гости, требующие семейного отдыха, есть гости, требующие научно-популярного культурного отдыха. Что мы стараемся ответить на все запросы разной клиентской базы, ну, на наших потребностей гостей. Летний турпоток на Архыз вырос за счет новых точек притяжения событий. На курорте произошли важные инфраструктурные изменения. Для этого с самого начала стройки была проведена масштабная работа и поставлены амбициозные цели. На сегодняшний день их воплотили с успехом. Я уже отмечал ранее, успешная практика, можно сказать, когда государство заходит и с нуля в поле создает курорт с помощью региональных властей. Вот здесь могу отметить, конечно, и нужно отметить, что это личное участие и большое внимание главы региона в развитии и становлении этого курорта, соответственно, федеральных органов власти. И вот государство создало этот курорт, показало его экономическую целесообразность, его эффективность и потенциал, огромный потенциал для развития. Уже в этом году для летнего семейного отдыха в Архызе создано 15 новых локаций. Учитывая то, что прошлым летом были только прокат квадроциклов, прогулки на лошадях и 27 километров экотроп для трекинга. Еще на курорте впервые организовали и большое количество трафикообразующих событийных мероприятий. На высоте 2500 метров проводили свадебные
свадебные церемонии, которые уже стали модными у туристов, пользуются популярностью фестиваль музыки и науки «Выше звука». Что сейчас на наш фестиваль люди из других регионов, из Москвы, Москва-Казань, Новосибирск, Красноярск приехали к нам специально, зная про наш фестиваль. На открытом воздухе с видом на горы – это совершенно уникальный опыт, который мы потом переносим в концертные залы. Уже до конца лета заработает канатная дорога «Орбита» с кабинками со стеклянным полом. В планах запуск еще 6 канатных дорог и 30 километров трасс по южному склону в сторону Дуки, включая 2 новых поселка с отелями. По планам «Монтера Групп» строительство курорта «Архыз» будет полностью завершено к 2030 году. В итоге будет создан единый архитектурный стиль для комфортного отдыха туристов. Их количество вырастет до 2 миллионов. Ключевым показателем этой цифры станет инфраструктурный проект строительства аэропорта «Архыз». Альбина Ламкова, Ренат Мука, Вести Карачаево, Черкесия, Зеленчукский район. Сегодня гость нашей программы – директор Государственного русского театра драмы и комедии Хасан Биджиев. С ним беседует Белла Джазаева. Хасан Ягубович, добрый день. Я безмерно рада видеть вас у нас в гостях, потому что мы давно не виделись. И у вас за это время много значимых событий произошло. Ну, вообще-то, я считаю, что ваша вся жизнь – это значимое событие. Но я хочу остановиться на 2 событиях. Это то, что вы стали почетным гражданином города Черкесска. А этой чести, конечно, удостаиваются только самые уважаемые граждане города. И второе – это премьера «Дон Жуана». Пожалуйста, по порядку расскажите. Вы знаете, из всех чувств вообще людских, на которые наделены мы от Бога, ну, есть любовь и прочие какие-то очень первоначальные, да? А мне кажется, что все-таки чувство благодарности. Очень важно, когда человек умеет быть благодарным, независимо от того, от степени значимости или масштабов того, что по отношению к нему сделали. Я не знаю, чем я заслужил, но мне очень приятно было, когда мне сказали и единогласно проголосовали. Спасибо мэру. Видимо, вот это пошла от него, наверное, инициатива. Почетный гражданин. Ну, просто надо его оправдать, наверное. Это не просто какой-то формальность какая-то. Все равно, вот вы сказали правильно, это обязывает ко многому. Дон Жуан, ну, вы знаете, во-первых, классика, она всегда остается классикой, да? Вот ее можно ставить. Другое дело, сможешь ли ты это вытащить, что ты нового хочешь сказать, все поставлено, переставлено. Потому что перед этим, если вы заметили, у нас Островский, Чехов, значит, Шекспир. Это второй раз мы обращаемся к Мольеру. Первый раз мы поставили трактирщицу. Из более чем 1500 театров России, из регионов, заявленных на фестиваль в Москве по линии Союз театральных деятелей, из 1500 было отобрано 7 театров. 7. Мы в их числе. А в этот раз, скажу честно, это конец сезона. Я думал, покажу на небольшое количество людей. А в сентябре, когда сейчас новый сезон, набью подряд, 2 дня подряд будем играть премьер, как обычно это мы делаем. Я опять-таки благодарен. Вот какое-то количество человек, 150-200 человек в нашем городе, я не знаю по переписи, сколько сейчас вообще в городе живет нас, жителей городских, но 200 человек, 150, это уже театралы. Они ходят к нам, они проходят через кассу, их никто не заставляет, их никто не агитирует, они приходят, но в основном женщины, конечно. И вот я благодарен. Казалось, ну что такое 200 человек? Это, знаете, 2/3 зала филармонии. И остается там некоторое количество мест, которые для приглашенных, ну и так далее. Так что
Это отрадно, это хорошо, когда ходят. Хасан Якубович, почему у вас всегда приглашенные режиссеры? У нас что, своих нет? Или вы сами не можете ставить? Вот почему каждый раз у нас новый режиссер? Ну, во-первых, этого требуют условия гранта. Это федеральные деньги, на которые мы, нам дают возможность приобретения какое-то там, допустим, чисто техническое приобретение. Угу. Да? Там свет, звук и так далее. А другая часть должна идти на постановку. Допустим, я как режиссер не имею права ставить на эти деньги спектакль. Так, я вынужден приглашать. И слава Богу, у меня есть кого приглашать. Вот эти все названные четыре, это пятый спектакль на грантовские федеральные деньги, я всегда приглашаю. Первые четыре были из Москвы, а сейчас вот я решил, вспомнил своего, он постарше, мы когда в Тбилиси поехали, актерский факультет, Карачаевская и Черкесская студия, мы поступили на первый курс, абхазская студия на четвертый курс, последний. И вот через коридор, дверь-дверь, мы жили год с абхазами. Они через год уехали, ну, мы дальше. И там был такой Валерий Кове, ну, мы его Зурик называли, почему-то там друзья так называли. И он стал потом очень именитым режиссером, который ставил там во Франции, очень часто приглашали. И так получилось, что когда я поехал поступать в ГИТИС на режиссерский, мы столкнулись. Он закончил, а я поступаю. Я хотел выйти на него, все-таки как-то, да, он очень дорогой, скажем, режиссер, но мне хотелось все-таки с ним столкнуться в хорошем понимании этого и как-то вытащить его. А получилось, что он немножко приболел и немножко, в общем, он не очень в хорошей форме оказался физической. Угу. Все-таки время берет свое. А мне говорят, а у него есть младший брат, Адгор. Угу. Тоже хороший режиссер, ставит по всей России. Угу. Я выхожу на него, и вот я сказал ему, вот так же, как и вам, вот эти события. Он говорит, да. В общем, начали выбирать, что будем ставить. Хотелось бы классику. Но давайте откровенно говорить. Угу. Вся, понимаете, проблема сегодняшнего нашего театра – это кадры, кадровый вопрос. Особенно мужская половина труппы, стыдно признаваться, но 5 актеров всего мужчин, это, и мы умудряемся ставить, как и Шекспиров, и Мольеров, и Островского, и Чехова. Что делать? Что делать? Очень просто. Надо просто обучать людей, посылать в тот же ГИТИС, тот же ЛГИТМИК, так называемый Ленинградский институт театра музыки и кинематографии, да, это Санкт-Петербургский. Есть Ярославский театральный институт. Я понимаю, есть опасения. Очень часто бывает, что они уезжают, поступают, и многие остаются там же или там куда-то распределить. Да можно при желании, можно с ними такой договор составить, контракт, вот как раньше было. Отработать должен 3-5 лет, не знаю сколько, потому что их обучали. Это можно. Мне просто за державу обидно. Смотрите. В Нальчике есть Северокавказский театральный, не театральный, он культурный, институт культуры и искусств называется. Там преподают актеры кабардинского и балкарского театра. Угу. Ведущие, хорошие там или режиссеры, преподают актерское мастерство. Угу. Там отучились наши уже. И Абазинская пару раз, 2 студии, Черкесская, Карачаевская. Там нет русской студии, вот национальные как бы кадры там обучаются. Ну что получается? Но кабардинские и балкарские студенты не там учатся, а учатся в ГИТИСе или в Щуке, имени Щукина. Угу. Они посылают учиться туда, а мы посылаем к ним. А почему? А зачем? Если они могут, почему мы не можем? Просто стоять на берегу и говорить, нет, сегодня вода мутная, она или холодная,
ходить по траве никогда не научишься. Зайди один раз, и ты поплывешь. Вот. Мы как бы... все знают, что это плохо, а никто как бы не решается предпринять нужные какие-то меры, если рядом есть весь Северный Кавказ. Эдгей обучает в Санкт-Петербурге, Чечню я вообще не говорю. Видно, что это ваша да. боль. Ну, конечно. Ну, как без, вот если перевести на спортивный язык, без подготовленных футболистов можно выиграть Европу, там что-то еще, я не знаю. Понимаете, никак. Нельзя все время. Вот и вот приглашает легионеров со всех стран, особенно африканских, Кения, не Кения и так далее. Вот в этом вся проблема. Если не решится кадровый вопрос и режиссеров, и художников-постановщиков, и заведующих постановочной частью, и, конечно же, актеров, вот так и будем маяться, ходить. То оттуда, то отсюда, там, с училища кого-то, какого-то подтянуть, вот так и будем ходить. Нельзя быть, эта профессия, как и медики, и все прочее, она, профессиональный человек, талантливый человек должен быть, должен иметь школу. Нельзя любого вытащить, и на что он завтра покажет. Вы режиссер с колоссальным опытом. Я хочу узнать ваше мнение о современной режиссуре. Что касается вот сейчас современных постановок, часто бывает все очень такое интересное. Даже на сцене звучит ненормативная лексика. Как вы к этому относитесь? Вот сейчас один из, то, что называется, на слуху фамилия есть Сергей Женовач. Это в театральном мире, в московском, вообще российском. Он сейчас доминирует. Это мой однокурсник. Сейчас я был... на съезде своих театральных деятелей, когда Калягина, значит, вместо Калягина пришел Машков. Вот он. Я его считаю, не потому что мы вместе там учились, друзья и так далее, я его хорошо знаю. Он современный, знаете как, почему? Он не уходит от традиционности, вообще изначальной. Это не значит, он Кондова, бытовые какие-то. Он любит очень Островского ставить. Это для меня, например, это большая проблема. Островский для меня, кажется, такая длиннота, какие-то скучные персонажи. Я посмотрел сейчас у него. Это очень легкие комедии. И причем он не переодевает их в современные какие-то. Нет, как есть, как есть. И это я понимаю. Но у них... у них другой диалог, у них другие подтексты у актера. Они очень... вот подтекст очень важен для актера. Текст, он один тот же, играют разные люди. Как кто-то Кондова говорит, и сидишь, и скучно тебе. А как ты так скажешь? Помните, знаменитое «На дне» играл, значит, Евстигнеев. Там у него знаменитая, значит, фраза «Человек это звучит гордо». Да. Это горько. А он спросил, он не утверждал, он говорит, человек это звучит гордо, и все, совсем другой смысл, совсем другие эмоциональные какие-то ассоциативные, вообще искусство ассоциативно, мы начинаем по-другому смотреть. А что касается вот этих, вы знаете, еще раз, я не... консерватор, там, да. это самое, вот на наше время и так. Нет. Но менять специально, вот, казалось, тоже нашумевший, ну, есть режиссер один московский, который выпускает вот, просто голых актеров, актрис во фраках, и они играют кого-то не знаю чего. Просто обыкновенно голые люди. Во имя чего? Что это? Что это дает? Это вот Макрон, который открывал Олимпиаду. Ну, и что самоцель, лишь бы люди ходили. Не в этом назначение искусства ведь. Там хотеть того или нет. Вот я всегда придерживаюсь одного. В театре можно сделать все, можно делать все, кроме чтоб, ну, это чтобы не было, кроме скуки и пошлости. Вот две вещи, которые не должны быть на сцене. Остальное твоя фантазия, игра актеров, воображение, я знаю, свет, звук,
а костюмы. Человек приходит на праздник. Вы неоднократно сказали о том, что у вас есть ваши люди, постоянные поклонники вашего театра. Но вот даже их, ну, не говоря уже о тех, надеюсь, людях, которые будут приходить к вам в театр, чем порадуете? Вот мы никогда не ставили местных авторов. Вот местной драматургии. Не потому, что мы игнорируем, но, к сожалению, это тоже так, это профессия драматурга. Пишущих много, романы, там, стихи, там, повести и так далее. Но Лев Толстой не мог писать пьесы. Но есть там «И свет во тьме свет», там такой. Он не знал, как закончит пьесу. Это не его. Это, да. То есть это не его, это отдельная профессия. Закончили, я знаю, профессионально сценарные курсы при Московском литературном институте имени Горького. Два человека. Это Белял Акпаев, а раньше Мусаба Чаев. Я с ним очень дружил, хоть он старше был. Вот, это выдающийся писатель. Вот в этом году был юбилей. И никому в голову ничего не пришло даже. Это выдающийся. Его так ценили и Хасан Кулиев, и Расул Гамзатов, и все, кто с ним, с его творчеством был знаком. Я очень хочу по его рассказам или по повестям. У него есть перевод, есть у него свой спектакль, пьеса, которую мы ставили на Карачаевском. Я играл, «Аймуш» называется. А он очень много перевел, Илопе де Вега, он переводил классиков на карачаевский язык. Может быть, почему «Серебряный дед», а почему там, ну, в общем, взять, быть человеком. Я хочу со своими друзьями в Москве переговорить. Есть люди, которые могут это в рамки драматургии, значит, ввести и поставить. Такой была уходящая неделя в Карачаево-Черкесии. Какой будет следующая, покажет время и репортажи корреспондентов службы информации. Всего вам доброго и до встречи.